Саша, очередной тур первенства России. Дома принимаем ЦСКА. Твои ожидания и вообще рады ли вернуться наконец-то на свою площадку после долгой выездной серии? Ну, конечно, рад вернуться. Хочется одержать победу. Ну, думаю, что будем стараться и рассчитываем только на победу, потому что потеряли очки в матче с «Динамо». И как бы мы сейчас на первом месте, и нам надо держать эту планку и не опускаться ниже. Недонастроя может какой-то случиться, потому что ЦСКА на последнем месте идет? Ну, я думаю, что не будет такого недонастроя, потому что и в первом круге они с нами зацепились, когда мы вели 5-0, в итоге закончили 6-4. Во втором круге довольно-таки трудная игра была, там мы во втором тайме лишь смогли как бы сделать себе комфортное преимущество. Ну, думаю, что недонастроя у нас не будет. Какие ошибки из матча с «Динамо» нужно исправить, чтобы с ЦСКА их уже не повторить? Ну, я думаю, что надо исправить немножко реализацию и игру в защите.